Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. У людей с этим именем нет явных противоречий с другими людьми, так что невозможно точно указать даты, когда им следует быть осторожнее. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Склонность жить прошлым, апатия, обособленность от всего окружающего, страх перед малейшим риском, перед любыми переменами, а часто равнодушие к противоположному полу. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего, из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Люди с этим именем – это авантюристы и первопроходцы. Если им нужны деньги, то они делают их из воздуха. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.